Привет, друзья! Здравствуйте! Давайте знакомиться, как вас величать, кто вы такие, откуда прибыли? Мы представляем команду «Интеллект», да, мы из города Бишкек, и на данный момент мы занимаемся спортстекингом, а также ментальной арифметикой. Здорово! Слушай, в такой компании единственная девочка Альбиночка. Давайте начнем с ментальной арифметики. Подожди, ну что ты, куда ты так торопишься? Ты хочешь нас обмануть, я знаю. А мы тебя специально путаем, чтобы ты в голове у тебя там каша произошла, и мы тебя... Да, не получится. Не получится? Хорошо. Ну давай, поехали. Давайте начнем с ментальной арифметики. Сейчас вы должны будете задать мне любую календарную дату 17 века по 21 век, до сегодняшнего дня. Например, 16 марта 1798 год. Я вот должен буду вычислить какой-то день недели. Понедельник, среда или что-то вроде такого. А, ну давайте. Поехали, да? 31 марта 1917 год. Это суббота. Верно? Представьте себе. Верно? Да. 17-й год. Товарищи! 17-й год. Эволюция в опасности. Давайте еще. 27 января 1915 год. Среда. Правильно. Реально крутой. Может, еще дальше? Давайте. 90-е годы возьмем. 22 марта 1892 год. Восемнадцатого марта, да? 22 марта. Простите. Это будет вторник? Блин, он реально крутой. Теперь продолжим с спортсекингом. Так, что будем делать сейчас? Это сам спортсекинг, это складывание этих стаканов на скорость, но мы сейчас будем делать что-то другое. Поехали. Арсенчик? Да, это был наш номер, мы такой музыкальный. Арсенчик, с тобой очень тяжело. Не просто, наверное, твоим родителям, да? Ну, может, немного. В этой семье, наверное, он просто земля, ветер, огонь. Чувствуется вообще. Арсен, молодец. Ты вот так свободно ведешь себя на сцене, свободно общаешься, свободно все командуешь. И я думаю, все-таки твое место правильно выбрали. Спасибо. Очень было талантливо, очень было и общение с тобой было приятно для меня. Молодец, молодец. Спасибо. Альбина вслепую собрала стаканы, разобрала, именно собрала по одному цвету. Это с открытыми глазами очень тяжело. Нам, наверное, минут 10 будем собирать и разбирать это все. Молодец, Арсеник. Тебе и твоей команде, ребята, всем спасибо за то, что вы нам такие номера показали. Молодцы. Арсенчик, ты молодец. Ты вот лидируешь, ты лидер этой команды. И ты очень харизматичный мальчик. Для меня было очень интересно вот то, что мы сегодня увидели.
под музыку. Мне номер очень понравился. Арсену и его команде «Интеллект» я говорю, да, молодцы, ребята. Ребят, мой ответ тоже вам да. Это было очень интересно, я говорю, да. Ну что, Арсен и его команда, у вас 4 да, и вы проходите в следующий тур. Спасибо. Большое спасибо. Давайте, готовьтесь удивлять нас в следующий раз. Они забавные, они крутые, реально. Стаканы и одновременно считать двузначные числа, и в этом мне понадобится ваша помощь. Валь, ты готов? Да. 46 прибавить 38 прибавить 94 прибавить 23 отнять 13 прибавить 65 прибавить 86 прибавить 25 равно 364. Правильно. А теперь я буду собирать стаканы с закрытыми глазами. Ага. И одновременно считать трехзначные числа. И мне обратно понадобится ваша помощь. Хорошо. Сейчас. Ты готов? Поехали. 325 прибавить 436, отнять 184, прибавить 698, прибавить 568 равно 1843. Правильно. Дети будущего, «Интеллект», Кыргызстан. Уважаемые судьи. Я вам скажу так, ребята. Вот никто сидящих из нас даже в зале не сможет повторить такое. Правильно? Вы крутые. Спасибо вам большое, ребят. Увидимся чуть позже. Спасибо. Ну давай, поехали. Мы не ожидали, что мы пройдем, потому что было очень много соперников, конкурентов. Мы были очень рады. Есть одновременные эмоции, вот и выигрыш, и все эти чувства смешаются. И думаю, что это очень классно испытывать такие чувства. Вот никто сидящих из нас даже в зале
не сможет повторить такое. Правильно? Вы крутые. Каждый делает что-то свое. Постарались на все 100, придумали очень хорошо. Стараемся все выложиться и показать все, да, все самое лучшее. Эти примеры, эти наши вычисления очень сложные, и не каждому это под силу. Даже если с нами будет соревноваться какой-нибудь там мастер математики или таких вот вычислений, когда видим разный талант, очень так страшно, мандраж появляется. Главное не волноваться, берем все руки, готовимся, и мы, как сказать, настраиваем себя на победу. Здесь очень много людей, очень много талантов, очень много конкурентов. И мне кажется, это даже больше, чем Олимпиада для нас. И у нас такая цель – прославить Кыргызстан по всему миру. Сейчас я, Арсен, буду складывать четырехзначные числа. Поехали! Мой ответ 53 307. Дальше Баель будет извлекать кубический корень от пятизначного числа. Поехали! Мой ответ 39. Дальше нурмолог будет умножать пятизначное число на пятизначное число. Поехали! Мой ответ 412 824 230. Сейчас Альбина будет возводить в квадрат четырехзначное число. Поехали! Мой ответ 14 077 504. И напоследок Чингис со своим смертельным номером будет складывать восьмизначные числа, но в необычном формате. То есть все цифры будут перевернуты. Поехали! Мой ответ 162 618 700. Аплодисменты! Спасибо вам за ваше внимание. Команда ментальных арифметиков из Кыргызстана «Интеллект», ваши аплодисменты. Была парочка помарок, но у меня такое чувство, что от волнения. Ребята на самом деле хотели назвать правильные цифры. Ребята, вы молодцы. Понимаете, что такие задачи не под силу вообще многим взрослым. Например, мне. Как вам удается быть такими крутыми? Во-первых, это постоянная работа над собой, постоянные тренировки. И так как здесь очень много талантливых участников, это чувство конкуренции дает нам больше мотивации и сил. Слова не мальчика, но мужа.
Алаудин, а как у вас было с математикой в школе? У меня так... Чуть похуже, чем у ребят. Чуть похуже, так. Мнение о номере. Честно говоря, я всегда восхищаюсь детьми, которые посвящают свою жизнь чему-то стоящему. Например, как вы, ребята. Развивайтесь дальше. Спасибо. Гульнур? Ну, ребята, вас поддержала вся страна. И это большая, огромная ответственность. И вы сегодня доказали, что вы самые умные участники этого проекта. Молодцы. Спасибо большое. Ситора? Самые, не только самые умные участники, самое умное поколение. Вы молодцы. Номер шикарный. Нурлан? Городам быть, садам цвесть, когда в Центральной Азии такие дети есть. Спасибо огромное. Пару слов вашим фанатам и болельщикам. Кыргызли ушундай жаш бизге ошо жаш мундарды колдойт деп ишенем жана Кыргызстан алга. Если вам по душе сложные задачи и цифры, отправляйте 03 на 5021 или же голосуйте на официальном сайте шоу centralasiagottalent.com. Судьба гениев и будущих изобретателей из Кыргызстана в ваших руках. Интеллект, спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.